Всем привет, ребята! Едем в Скопин. Время у нас 16:37. Заправляемся на Змей Горыныча и гоним. Так, ребята, взял кофейку и заправляюсь. Короче, заправились. Кофе взяли. Включили первую. Стартуем. Больше груза пропускаем. Почет и уважение. Включили круиз, навалили музычки и кайфуем. Большие грузы совершают маневры. Продолжаем наши путевые заметки из деревни Романцево. Телефонная вышка, посадка. И великолепный рязанский асфальт. Внимание! Весовой контроль! Господа, нас обогнал акцент. Какой ужас! Как дальше жить? Итак, ребята, Дацун намотал 6300 километров. Уже 6301. Поздравим его с этим! Москва атакует. Деревья красные. Река Проня. И город Пронск. Пронск на исходе. Приближаемся к Скопинскому району. Чайничек поливают, все стабильно. Но тут дороги уже давно нет. Она закончилась. Ремонт по-скопински. Где заляпали, где и не заморачивались. Красота! А фурам вон плевать. Так хорошо очень. А тут ездить невозможно. Ну, аборигенам московским тоже все похер. Терн отцвел. Скоро будут ягоды. Какая красота. Че, дураки?